безопасности граждан ничего, ну, ничего не грозит. А основные конструктивные элементы дома в технически нормальном состоянии. Напомним, 17 января в гаражном массиве в МПСе произошел мощный взрыв газа. От ударной волны в двух многоэтажных домах вылетели окна, пострадало 40 квартир. На первом этаже лоджия буквально разлетелась на куски, гаражи практически полностью разрушены.